Всем привет, друзья, с вами снова Экси, со мной Артём Динамик. Всем привет, друзья. И мы продолжаем играть в DayZ. Да, мы играем в DayZ, в поляну, вперед. Мы сменили сервер, взяли... Подожди, тогда сейчас это я попью по-быстрому, а то я хотел за кадром выпить. Давай, попей. Мы, короче, сменили сервер. Сервер забит на максимум. Где-то, кстати, зомбарь орёт под землей. Блин, он напиться не может, что ли? А, окей, напился, все нормально. Так, ну все равно как-то не особо... Ну ладно, плевать, пойдем. Со временем же это все, да? Ну да. Так, вот, и, короче, мы перешли на другой сервер. Тут куча народу. Вот, может быть, за PvP-шемским посмотрим. Я просто еще, знаете, PvP-шное с нашей стороны может закончиться тем, что мы просто потеряем лут. Я, кстати, видел, что-то в комментариях писали, что мы где-то сумку зеленую на 35 слотов просрали. Про которую я тебе 5 раз говорил. Экси, хочешь взять зеленую сумку? Которая на той военной базе была. Да, на той военной базе. Вы просто... что, там она опять была там? Мы же тут раз на другом сервере видишь. Нет? Я не помню, но суть такая, что там лежала сумка. Вы не заметили зеленую сумку на 35 слотов. Мне зеленая сумка на 35 слотов не нужна. Экси отказался ее брать, поэтому... Да, и мы назад, кстати, в скайп перешли. Да, и мы вернулись в скайп. Остановись на пару секунд. На пару секунд. Опасно. Я в дом хотя бы зайду. В дом зайди, я не знаю. Я в скайп забыл включить. Проверить. У меня там звук-то на минимуме стоит, окей. Окей, давай, делай. Все. Так, я проголодался, и я хочу пить, короче, сейчас. Пить и есть. Так. Покушать сардиночек давай. Ит. Так, ты куда зашел в дом? Да. Блин, я тебе всю воду отдал, у меня, короче, воды нет. Да на, что у меня есть, по-моему, еще что-то. Нет, нифига у меня нет, кроме фляги. У меня фляга только тоже есть. Ладно, я пока не хочу пить. Ладно, я поел, а у меня и жажда пропала. Пойдем. Че ты тут все облутал? Да, вот смотри, я тебе сейчас покажу прикол. Вот видишь вот эти дома? Там бежит-то. Их не было. Какие дома? Ты вообще где? Ага, вижу тебя. Вот, этих домов не было, ничего не было. Вот магазин был. Вот. Том, кстати, по-моему, изменил месторасположение. И вот здесь не барчик был, а красное здание. Вот здесь вот. И все. И тут по большей части входябельных зданий не было. Нифига себе. Да. Так, давай машину посмотрим. Что я тут пока в дом зайду тут. Окей, давай. Так, фиг, что? Огнетушитель. Так, тут кроссовки лежат. Банана. Опять роутон. Да. Так, да. Так. Пока не ввели нам эти машины. Которые... О, я воду, кстати, нашел. Соду. Окей, так. Здесь ничего нет, пойду посмотрю в той машине. Не, классно то, что машина в багажнике теперь открывается, да? Да? А ты не знал? Я вот так только могу сказать, а я не подходил к машинам, наверное, почти. Ты что, в них карту можно найти? Я машин-то и не встречал практически, а знаешь, что встречал по дороге? Только автобус один. Ну вот автобус тоже открывается. В автобус я посмотрел тоже, там ничего не было. Так, я в магазин пошел. Я, короче, нож какой-то нашел, но у меня есть нож. Ну это вообще кухонный. Я в магазин пошел. А у меня, по-моему, военный какой-то там. Зашибенский такой нож. Да, продон. Так себе состояние. О, фляга. Еще одна. Так, газовая лампа. На 50%, кстати, заполнена фляга. Можешь взять с собой пока. Поносить, попить. Да, попробуй. Так, здесь у нас что, сардины, да? Слоты есть еще. Возьму. О, хотя у меня печально все с слотами, на самом деле. У меня тоже печально все с слотами. Выкинуть может что-нибудь вообще. Так. А, так у меня пустая банка сардин, нормально. Я ее с собой таскаю. Бывает, да. Так, здесь какие-то лампы. У меня патрон куча, знаешь, вот те, которые вообще мне не нужны. Тут есть зеленый рюкзак на этих. На 35 слотов. Не на 35 слотов, а вот меньше, который маленький. Тебе не нужен? А то нам скажут, что мы потеряли, что мы забыли. Не хочу. Так, скотч я выкину. Хочу на 35 тогда уж, что здесь. Мне и так ничего не вмещается. На 30. Так, здесь есть рис, сардины. Тебе рис нужен? Да у меня еды, говорю, полная сумка. Окей, я водички нет, банку точно. Взял. Если воды найдешь, вот это вот одну хорошо. Я одну баночку нашел только. Так. Я тут тоже еще один рюкзак, короче, нашел на 25 слотов, и он оранжевый вообще. Ну да, вот зеленый на 25 слотов. Ты вот скажи, ты в каком доме? Дефибриллятор, да, хороший вещь. Надо пройти? Да я не знаю. Вообще. Не бери, я думаю, что не надо.
Я вот думаю, что бы мне повыкидывать, а у меня вот вроде бы все как бы надо, по сути. Может, что съесть? Ну, блин, не знаю. Так, я, короче, сейчас с тобой водой поделюсь просто, чтобы меня слотов тоже не занимало. Ладно, а ты в каком доме? Я, который напротив был, я говорил, тебе зайду в этот дом, посмотрю. Так, знаешь, что я нашел? Я сейчас на дорогу выйду, я антибиотики нашел, 10 пилюль. Да? Угу. Надо, а то вдруг там заболеем еще. По любасу надо. Нароком. Так, ты в какой дом ушел? Ты в какой дом ушел? Я около машин стою. Я понял. Так, а я потерял опять аптечку. Блин, он перезаряжаться начал. Ай, случайно. Я потерял аптечку, чувак. Я идиот. Аптечку потерял? Последнюю свою. Я выложил, и она... Понимаю, машины смотреть не стоит, да? Ты их болтал уже все. Ну да, возле магазина, который... Как пойду посмотрю снаружи с дома. Блин, она вывалилась. Так, окей. Тут у нас что? Ничего. Рубашки всякие. Так, зомбарик стоит, пойду заберу его. Давай. Молока еще пачку нашел. Ой, зомбарик, давай так не будем. Да вот так давай. Иди. Иди ко мне. Дверки, я так понимаю, лучше всё закрывать, да, когда заходишь в дом, на тот случай, если какие-нибудь там чуваки сюда придут. Или мимо будут проходить. О, это ты шел там, надеюсь? Да, с топором. Не знаю, с топором или нет, но кто-то шел. Ну, я шел. Возле магазина недалеко. Ну, окей. Я ищу свою аптечку. А, о, она появилась здесь. Ништяк, так. Провалилась, типа, сквозь текстурки. Нет, она куда-то, я не знаю, то исчезла, то появилась. Так, что тут у нас? Бэдли дамаж бандажи выкинем. Ни хрена нет. Положим сюда. Ой, я сейчас, наверное, этот увеличу немного дальность. То что-то она какая-то маленькая сильная. Так. Так, окей. Ты где? Я вот около тебя. Угу. Пойдем. Пойдем дальше. Так, что тебе, воды надо дать сразу? Да пока нет. Так. У меня тем более места нету вообще. А ты тут был, да? Нет, тут сюда не ходил. А почему дверь открыта? Вопрос. Ладно, пойдем здесь зайдем. Так, здесь у нас шмотки, шлем. Сказать? Куча обуви разнообразной. Так. И... Зомбарь бежит. Наручники, чувак. Наручники? Хочешь, возьми, позакуем, может, кого. Ну да, можно. Так, пропусти меня, пожалуйста, чтобы не... Ага. А тут обувь одна. Здесь что, открывается дверь еще? Да. Ну, тут как бы... Что тут, очки? Да ничего-то особо-то и нету. Ну да. На шкафу вон там что, батарейка... А, очки лежат, все. Все, одни очки. Ну да. Так, у меня персонаж проголодался. Сейчас я поточу, ты пока прикрой меня. Давай. Так. Все вроде поточил. Да походу до суда никто как бы это особо не ходит, я так понимаю. Ну, все тусуются в основном около электрозаводсков, там Черногорск, потому что это сам как бы эти... Мы сейчас идем в сторону Солнечного, поэтому там люди рождаются и там бегают, города там большие. Да, около Солнечного я согласен, там постоянно люди есть, прям всегда. Ну, в основном это только те, которые только заспаунились и нифига не без лута. Да, так. Зато можно поиздеваться над кем-нибудь. Так. Кстати, на карте появились какие-то новые метки, синие кружочки. В домик зайду, посмотрю. Окей, так, Дубровка прямо. Нам на Дубровку. Угу, нам на Дубровку, окей. Нам на Дубровку? Да, вот там указатель стоит, нам на Дубровку. Окей. Так. Ладно, дом пустой. Выхожу. Вот смотри, иди на перекресток. Где указатель? Угу. Вижу. Вот, и вот эта машина, видишь? У нее открывается багажник, двери. Да я уже понял, там ментовки стояли, машины. А, ты видел, да?
Окей. Что-то я у тебя как-то запись смотрю, у тебя как-то, знаешь, тут поярче выглядит все. Почему у меня так прям тускло, капец, на экране? Ну, может, потому что я тебя кровь слил? Ах ты, точняк, ты же мне кровь слил. Ну, да. Еще и пакет себе оставил где-то. Че, он не нажимается, сейчас погоди. У тебя же пакет, да, я так понимаю? Ну, да. Так, иди сюда. Это не зальешь. Почему-то я не могу тебе залить, да. Не знаю почему. Ладно, пойдем. Так. Давай с дороги уйдем. Да, да, давай по кустам лучше где-нибудь пойдем. Там что, амбар? Угу. Может, что есть? Ну, хотя в амбаре что там может быть? Блин. Топоры какие-нибудь, только лопаты. Может, мосинка. А, ну хотя да, 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 встречаются тут всякие винтовочки. Я почему хочу, чтобы Мосинка встретилась? Почему? Потому что единственное, что положить, к сожалению, мы и не сможем в рюкзак теперь, пока это не сделано. Потому что она здоровая, да? Да, а так, короче, суть такая, так попить надо, чуваку, сейчас попью. Вот, а так, ну, в общем, ну, когда ты мосинку берешь, из нее можно сейчас в данный момент сделать, ну, снайперского вида винтовку. Ну, это ясно. Так, пошли. У меня, кстати, чувак мой, по-моему, выздоровел по поводу того, что он постоянно хочет пить. Да? А то он пробежал 5 метров. Не, ну, мне как бы говорили, то есть я, в принципе, могу подтвердить слова. Что то есть, в противогазе, типа, да, в противогазе, да, все быстрее. Видел, вот, ну, честно говоря, снимать, одевать, ни места нет, ни желания. Ну да. Так и выглядим стильно и безопасно. Да, плюс лицо не бликует. Я вот сейчас вот думаю, нет, взял бы, лучше бы надо было взять, может, этот... Кого? Грёбаный рюкзак. Зеленый? Да, выделяет красный, тут прям сильно выделяет. Ну, это даже, да. Даже синий бы не так выделял бы, наверное, уже. Чё ты согнулся-то? Выпрямись. Ну, а вдруг снайперы? Вдруг снайпер, надо вот так бегать, уж точно не ходить пешком, не согнувшись. Окей, окей. Тебе это лучше знать. Я бегу. Кстати, такие, знаешь, поля специально такие, знаешь. А здесь не сидят снайперы, здесь не, ну ясно, что не сидят, потому что тут как бы, блин, и народу не столько на сервере, чтобы по всей карте сидеть. А ну, сервер практически под завязку забит, да, там 30 человек из 40. Да, 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 30 человек. Ну а больше, по сути, серверов-то я практически не видел. Там один или два видел на 60 человек, а так сервер. Ну а... Фига себе, у меня пинг. У тебя пинг, главное, 55, 56, 57, у меня пинг 121, 122, 124. Ну, ты далеко живешь. Да. Я под мой пинг, наверное, в DayZ где-то видел, наверное, ну, сервер 5-6. Ну да, и те русские, да? Ну да. Они где-нибудь в Новосибирске стоят. Скорее всего. Ну вот, а у меня-то нет, к Европе ближе. Так. Он у меня опять пить хочет, скотина. Патроны, патроны, блин, одни патроны. У меня одни вот эти обоймы только занимают, сколько мест. Так, сейчас до елок добежим, я попью. Какие там на мою эмку патроны идут? Так, ты где? А, вон он. 5.56. 56, да? Угу. 5.56 вот эти. Да, а, 5... у меня обе тогда, они получаются нам на эмку. А, ну, то есть это... У тебя коробочки или патрончики? В смысле, коробочки или патрончики? Патроны 5.56. Или ты про обоймы говорил? Не, про обоймы. А обоймы, да, конечно, я тебе на имку давал. Да не, я понял. Я имею в виду, у меня вторая пустая обойма. Пустая обойма, сейчас посмотрим патроны. Нужна она мне вообще? Да, патроны найдем. А, ну окей, то есть их можно туда еще, да? Да. Нормально. Так, сейчас попью. Аптечка еще место нафига занимает. И чипсы. Чипсы. Ну чипсы я не выкину, хрен. О, я тоже, наверное, попью. Здесь что-то уже. Теперь у меня две фляжки, можно хоть хреначить воду прям. Спокойно. Так, окей, я попил из бутылочки. О, ты прямо из фляжки пьешь. Да, а как? А у меня я не из бутылки, я с невидимой рукой пью. Что-то он как-то не напился.
А, нет, что-то подожди, как-то лагает, что ли? Ну, не знаю, может подлагает. Наверное, из-за да. этого. Сейчас я в руки. Автоматы побегали отсюда. Так, мы сейчас куда, в Дубровку? Нет, мы сейчас просто в сторону Дубровки идем. Угу. А так а нам что у нас в стране Красностав Дубров? И аэропорт Красностава, и Солнечный. Угу. Ну и этот, и Березина еще тут рядом. Ну Березина вообще тут где-то должен быть рядом, сейчас я гляну. Да, Березина тут рядом. Нет, Березина за Дубровкой идет. Ну да, за. Но она рядом. Ну Дубровка, она по сути, по-моему, слева вот от нас. То есть мы ее сейчас пробегаем. Угу. Ну не пробегаем, еще не бежали, а вон там, по левой стороне. Там домики какие-то, я смотрю. Или вон там Дубровка. Ну мы чуть правее, короче, взяли. Угу. Так. Вот, по-моему, вход в Дубровку, если не ошибаюсь. Вот видишь, где Чупа-Чупс. Угу, угу. А, у меня, кстати, спрашивали. Вот ты говорил, Чупа-Чупс там в Старом Соборе, теперь вот Чупа-Чупс в Дубровке. А сколько, много ли Чупа-Чупсов? Чупа-Чупсов, на самом деле, 3-4, по крайней мере, был в оригинальном DZ. В стендалоне я не знаю, сколько было Чупа-Чупсов. Но, по сути, они так расположены. И запомнить деревья с Чупа-Чупсами, в принципе, можно и по ним ориентироваться. Вот так вот. Что так. такое? Че такое? Да нет, такой. Я думаю, что случилось? Да не. Давай где-нибудь сейчас около елки остановимся. У меня он тут есть захотел. Резко. Ладушки. Дорогие друзья, да, меня могут засверлить в любой момент. Сразу прошу прощения, ремонт у моих соседей продолжается. Ну, сейчас получше, чем ну, в прошлой да. сериях было. Да, вот здесь где-нибудь остановимся. Не, дальше. Дальше, а вот. Да. Ладно. Дойду дальше, если что, прикроешь меня. Хотя, ты даже. У тебя, кстати, вообще не видно. Не видно? Ну вот я вот так, если смотреть, вот я тебя не вижу. Приближаю на елку, вот так вижу тебя. Ну, только потому, что я знаю, что ты там. Ну да. Ну, у меня, по сути, только рюкзак выделяется со спины, меня видно, а спереди меня так уже не так сильно будет видно. Потому что спереди в основном все зеленое идет. Ну да. Так. Ты покушал риса. Окей, пошли. Ты меня видишь? Ну, я в леса зашел, да, вижу, вот он ты. Угу. Ну, я просто вижу, что ты бежишь вперед, я перед тобой выбежал, ты бежал, ты говоришь, я в леса зашел, не видишь, что ли? Так ты по правой стороне от меня, я зашел слева где-то. Угу. Так, пойдем посмотрим точно. Дубровка. Так. Знаешь, опять же, на Дубровку стоит глянуть с точки зрения того, что она же тоже изменилась. Да я хрен знаю, что изменилось. Не, ну, зрители, кто играл в Days оригинальный мод, да, то есть им тоже нет, интересно. Нравится. Вот, давайте посмотрим. Сейчас на Дубровку сейчас забежим, да? Да, мы сквозь пробежим, я думаю, если будет что-нибудь интересное, в воду поищем, а так... Там медицинский домик есть, там можно посмотреть. Ну вот туда, да, можно зайти. Да. Всякие там препаратиков поискать, там угля какого-нибудь активированного. Активированного, да. Так, я пошел посмотрю, что за деревня. Давай, я тогда пока вон вправо забегу. В медицинский дом, да. Осторожней будь, мало если ли. Если еще, давай где-то на дороге, наверное, встретимся. Ну, я буду бежать, короче, к этому, к больничному дому красному. Больничному дому красному, так, подожди. Он прямо перед тобой. А, все, понял. Так. Вот видите, приходится обозначения новые придумывать, да? Домам, потому что раньше, ну, эти дома были никак не важны. Обозначались только по главным зданиям. Так. Это у нас что? Прицел. Не вижу, солнце слепит. Ты что, прицел нашел? Ну, у меня окок стоит от СОГа, если точно. Ну, в простонародье окок.
на винтовке. Да, это Дубровка. Все, бегу к тебе. Давай. Бегу, бегу. В домиках, мягко говоря, ни хрена нет. Опять у меня персонаж хочет пить. Там есть. Там дальше красный дом есть еще один, вот к нему беги. Окей, я сейчас поем. Да. Двухэтажный. Хороший дом. Он всегда был хороший, поэтому в таких домах всегда лут интересный можно найти. То есть вот эти новые дома, они пока, ну, по сути, бестолковые, они, знаешь, для начальных. То есть бегаешь, ой, зомба, девушка. Зомба-девушка? Да, девушка тут идет сейчас, я с ней пообщаюсь. Девушка, девушка, а можно с вами познакомиться? Дорогая, дорогая, что с тобой? Ты объелась амфетаминов, сука? Не ешь амфетамины. И ломала просто как-то, я не знаю. Мне сейчас направляться куда? На тот дом, который мне сказал? Да, дальше по дороге, прям чуть-чуть пройдешь, я уже у него, не пугайся. Двухэтажный красный дом. Я в него вхожу. Ну я же пойду туда, куда ты пошел, просто где ты бежал. Я примерно там же сейчас бегу. В смысле, где я бежал? Ну, так. Когда отсюда бежал. Мы когда разделились, ты побежал, я смотрел просто. Не-не-не, дальше по дороге. Вот как ты бежал, так ты беги. В смысле, в той стороне, где я был? Да. Мне дальше по дороге бежать? Да. А. Он ниже чуть-чуть буквально. Так, тут банка жрачки только. А, понял, про какой ты дом говоришь. Да, и тут аптечка есть. Кирпичный, да? А? Кирпичный дом? Красный, да, из красного кирпича. Да, да, да. Я тут бегаю. Все понял. Так. Попил, бутылку выкидывать не буду, наверное. Так, окей. Ты в нем, да? Да, я в нем. Тут по-любому где-то есть колодец. Я выхожу аккуратно. Вот он. Mm-hmm. Так, ну там, в принципе, только аптечка лежит, если хочешь. Там есть таблетки для очистки воды, допустим. Да не, с водой пока все нормально. Ну норм, так. Ряди все. Что тем ж. Более, если мы сейчас какие-нибудь колонки найдем, будет прикольно. Сейчас я карту можно посмотрю. Пополнить. Так, нам, смотри, справа от нас Березина мы уже прошли. Угу. Солнечный мы уже давно прошли, вообще очень давно. Мы идем на север по дороге сейчас, понял? Понял, опа, я тут нашел витаминки. Норм, так. На север, это вон туда. Витаминки. Окей, так. Зомбарик орет. Пойдем, ладно, отсюда. Спокойно. А что витаминки они вообще делают? Витаминки, они лечат от чего-то там. Крови бы они мне прибавили, которую ты у меня слил. А, блин, я могу тебе дать Silent Back, ты восстановишь до 100% кровь. Давай. Иди сюда. А то я уже задолбался бегать в черно-белом кино. Так, стой, погоди. Блин, на тап, сейчас я сброшу. Чувак, бежит зомбарь к нам. Зомбарь? Сзади, беру топор, тихо-тихо, все нормально, я контролирую ситуацию. Женщина! Ты стрелял? Да, топор стрелял. Топор стрелял, да. Понял, понял. Хотел сказать, да, я топор стрелял. Так, сейчас я тебе скину сайлентбэк. Просто я не привык, что тут от топора такие же звуки, как это. А сейчас, подожди, а я смогу сам тебе влить, сейчас попробую. Сейчас. Сам не съешь. Вот я в руки. О, да, гиф сайлентбэк могу да. Все, даю тебе. Сиди, не дергайся. Нормально. Я даже вижу уже как-то чуть-чуть это. Все так покрасочнее стало. Угу. Все. Все? Вроде да. Да, вот теперь все. Ну сейчас. О, игра вообще просто понравилась. Вау, графон, пошли. Все норм. Нифига себе, у меня отказываются текстурки такие прикольные. Ты не испортил игру. Я взял слава. Все такое говно, все.
Так. Так думаю, вроде вообще по-другому все было. Нам на северном, вон туда. Пойдем. Кстати, нажми таб, посмотри, ты не болен? Нет, все нормально вообще. Просто я забыл обеззаразить его. Вроде и не болен, и не голоден. Сейчас зрители ржут. Артем такой, давайте дам. А ты не болен, нет? Я его просто обеззаразить забыл. Ты бы сейчас сдох тут, я не знаю. Так, это все, у нас дубровка. Да, это закончилось дубровка. Зомби, зомби, зомби. Да, это орёт. Не парься, пошли, пошли. Это ну, под землей носится за нами. А, ну нормально. Да, так. Майнкрафта зомби просто какие-то под да. землей. Так, сейчас я посмотрю компас. Ой, как прикольно все стало, да. А? Все круто. Ну, блин. А я же еще зашел, знаешь, такой думаю, блин, что-то какие-то текстурки говно, может у меня в настройках что-то не то. Смотрю, да нет, вроде все нормально стоит. Так, левее берем, через леса пойдем. Давай. На аэропорту Красностава, я думаю, что будет весело. А почему? Там какой-то экшен может быть? Так же, как на северо-западном ВПП. На, там, ну там пушки, понимаешь, там пушки, там военная одежда, там а, все. А, где мы, как это, лутались там, да? Как, да, ну, вот, может, вот их, да, их по сути три зоны, да, это болото, это Красноставский аэродром и аэродром северо-западный. А вообще не расширять карту уже собираются же, да? Собираются добавить остров огромный, раньше это была отдельная карта, вот, но, соответственно, они собираются добавить его как отдельный остров. Ну хорошо, че. Только для острова нужен катер. Или лодка, или а что? Здесь всегда есть катера лодки. Тут как да? бы с этим проблем нет, да. Окей. Много еще чего знать надо. А, ты не знал, да? То есть. Нет, то есть ты что, катера, а лодки. Зачем вода была вообще, зачем она мне? Я по дороге шел и шел себе. Ну как куда? Не, ну сейчас, в данный момент, да, катеров нет, как любого транспорта. Ну, понятно. А так, надувные лодки, катера, яхты. Даже яхты. Ну, они яхточки такие рыбацкие. Скажешь, что это лодка рыбацкая, это тоже не скажешь. Но что это корабль рыбацкий, тоже не скажешь. Такая яхта, знаешь, нечто среднее. Ну, я понял тебя. О, какие красивые леса стали. У меня даже, знаешь, это рюкзак какой-то стал такой. Прям красочный такой. Причем я точно теперь вижу, что я палюсь. А тогда играю, знаешь, как будто, блин, Макс Пейна какого-то играю, там, первого или второго, там, знаешь, что такое нуарное, блин. А я думаю, что, блин, ну, понимаешь, когда у тебя черно-белый экран, тебе, значит, крови не хватает. Так он не как бы не черно-белый. Но он не черно-белый, он потихоньку цвета теряет. Да, да, да. Я такой, ну ладно, может, так должно быть, может, я не знаю, ночь наступает. Кстати, когда ночь наступает, довольно красиво все. Потом красное. У тебя смотрю, фига себе. Так, сейчас я вкус тебе попью. Так. О, я тоже попью, наверное, потому что у меня что-то жажда, что-то не просмотрел я малех. Ну да, так. Все. Нормально. Да бери ты пушку в руки. Да. Ты да, замучил на мной издеваться. Так, что у нас впереди? Это заправка, заправка. Нет? Следующая а, остановка окей. Красностав. Все, понял. До этого не будет, да, никаких пунктов населения. Нет. Населенных пунктов. Зачем ты спринтуешь? Не знаю. Привычка. Не стоит. Я привычка во всех играх. Либо жать shift, либо спринтовать. Не, ну это понятно, но здесь у тебя еда вода быстрее тратится. В батле вообще четвертый сделали, что вообще нельзя теперь уставать от спринтов. Ну да. Так я его не отпускаю, этот shift. Кстати, наверное, опять вернут, обещали, то, что в как ну, в начале в DayZ было, потом отменили, что можно взрывать вот заправки газовые, короче, эти. То есть в нее стреляешь, она взрывается. Да, ну там в основном индустриальный лут, либо все-таки водичка, еда-водичка. А то... Там, где спаунится, он, ну, там ясно, что нет ничего, потому что до меня это забрали я. Ну да.
Там отвертки, часто одежда. В жопу такой отвертки. Лут. Не да. нужны они совершенно. У меня нож. Нет, ты знаешь, на заправке нет зомби, вполне возможно, здесь кто-то проходил. Я тебе так скажу. Да? То есть, потому что прошли да вырезали. Кстати, заправочки тоже немножко изменились. Обратите внимание, трехлинейная стала заправка. Раньше двухлинейная была, сейчас трех. То есть они тоже разненькие бывают. Понял. Ну да, да, да. Я видел только на спауне, по-моему. Пойдем на охотничью вышку сходим. Какой стран. А, вижу. Мне интересно, добавили ли они с последним фиксом что-то или нет. Может, сейчас винтовку найдем на охотничьей вышке. Вполне возможно, то есть. Вообще, как бы на охотничьей вышке там, ну, простые винтовки спаунились. Вайн лут всегда. Ну, ясно дело, вышки же. Что там еще может спауниться? Ну, не еда же. Еда, там может и вплоть до. Она считалась. Не, ничего нету. Она считалась военным объектом, там вплоть до ПНВ и это вспомнилось. Самое интересное, прибор ночного видения ты будешь одевать вместо противогаза, грубо говоря. И ходить как Splinter Cell, типа. Ну да. Ну вот. С тремя глазами. Сэм Фишер такой. Я хотел сказать Сэм Фишер, просто забыл его, как зовут. Да, Splinter Cell, то да. Так, что там как? Прикрываешь, да, прикрываешь, смотришь? Да, да. Вот самое интересное, мы с тобой два дурачка. У нас слева в 20 метрах, ну, лес. Но... Лесок. А мы идем по полю! Ну так, не надо, это хардкор. Вот не надо. Мы по хардкору все делаем. Как надо. А это для слабаков. Леса для слабаков. Вот в лесах как раз мы и наткнемся на кого-нибудь. Потому что все думают, что в лесах безопасней. Да, потому что все слабаки. Кстати, обрати внимание вот на это дерево. Какое? Смотри. Ты видал? Ты меня видишь? Да, но если я зайду, конечно, туда. Если оттуда выйду, я хрен. Вот в таких деревьях будут парковать машины. Просто обалденно. Сейчас за карту там выходить как-то нельзя, там не сохраняться будет. Вот, а вот в таком дереве, прикинь, машину спрятать. Ха, прикольная вещь. Надо будет проверять их. Да, их надо, когда введут машину, надо будет проверять такие деревья. Да. Хоп, машину нашел, поехал. И таких деревьев, я смотрю, вон с той стороны тоже, то есть их нормально, их много. Ну да. Так, у меня опять хочет пить. У меня, на самом деле, очень плохая ориентировка в местности, но мне кажется, что DayZ мне как-то поможет и ее развить лучше. Чувак, я тебе открою маленькую тайну. Мы с ребятами играли на ветеране, да, где нельзя метки на карте ставить в DayZ-моде. А благодаря DayZ я научился пользоваться картой, ориентироваться на местности. То есть я беру, я знаю, что я должен... Ну как, я, конечно, понимаю, что я примерно где я, да? То есть, ну, в любом случае. То есть, я, вот, допустим, я вышел там 2 минуты назад из Дубровки. Дальше я нахожу какую-нибудь либо высокую гору, либо там какое-то отдельно стоящее дерево, либо нахожу там извилок дороги. Сажусь там и по нему уже ориентируюсь, где я нахожусь. И это реально помогло. То есть, это база... Не, вот DayZ явно помогает, конечно. Смотри, слева дьявольский замок. А, нет, это черная гора слева. Угу. Дьявольский замок гораздо дальше. Просто я даже элементарно в Майнкрафте-то забываю, где я что построил. Ну, в Майнкрафте я вообще всегда, я всегда забываю. Если я уйду куда-нибудь далеко, да, то есть, по сути, вот, как бы, когда с друзьями играли, давно еще, как бы, когда мы только вышел от Майнкрафта, вот. Уходит, допустим, я ухожу куда-нибудь. У тебя голос робота, ты сейчас пропадаешь. А, ну бывает. Интернет что-то лагает. Ты тут? Да, да. Сейчас немножко подлагиваю, сейчас когда пройдут лаги, тогда... Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Нет, ты все равно киборг-убийца. Киборг-убийца. Все, норм, рассказывай. Да вот, я говорю, что как бы ухожу в лес, да, куда-нибудь. А, ну, друзья как бы остаются, вот, допустим, в доме, который мы построили. И я такой, ушел куда-нибудь далеко, потом такой, а, да ладно, че, я потом назад пойду и вернусь нормально. Хрен там. Я назад ушел и вернулся, знаешь, куда? Потом они такие говорят, ты куда вообще ушел? Тебе всего лишь надо было пойти налево и пройти 100 метров. Я такой,
Да ну нахер. Так, давай до елочек и попьем. Да, 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 и поедим. Да, и надо будет серию уже заказывать, потому что вон он уже Красностав, да. И Красностав это будет следующая наша серия. Да. Там будет, думаю, поинтереснее. Да, сейчас попьем. Какой-то экшен начнется, может, даже выживших найдем. Да, ну что ж, дорогие друзья, на этом действительно закончим серию. С вами были Артем Динамик и Экси. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, друзья, до встречи. До встречи.